Эй, всем привет, с вами Хэппи, и мы сегодня начинаем играть в новую игру под названием, как вы можете понять, Oxenfree. Я, если честно, давно хотел в нее поиграть, но... как-то не было возможности. Здесь раньше была военная база, но сперва было раньше, зачем вместо него поехать военная где-то, здесь вместятся птицы, и находится музей. Здесь, по-моему, даже... квартировался Генри Фонда. А еще подожди, стол для маленькой кафе под два чудные сахарные печеньки в форме пряных медведей. Боже, они были просто объединения. А потом там изменилось что-то в рецепте и все испортили. Слишком быстро, подождите, я ничего не успела понять. Все произошло слишком узко. Алекс, эй, ты вообще с нами? Ага. Ты уже минут 10 ничего не говорил. Так, я немного задумалась, я вас слушаю, да, простите. Что вызывает Алекс, это ваша папочка, как слышишь? Так, 20:00. Ага, 8 вечера. Ну уж, я поехал только утром. Почему так пускатик? А как именно ее мама познакомилась с твоим отцом? Они встретились во время отпуска во время Орландо, мой отец заблудился. Хотя, знаете, я даже не рассказывать не буду. Оно того не стоит. Нет, расскажи. Все слишком быстро. Нет, погоди, а как все таки случилось? Мне кажется, не рассказывали об этом. Он заблудился, попал в какой-то сад и подумал, что он там работает, бла-бла-бла, и вот они вместе. Милота-то какая. Слишком быстро! Говори, ничего не понимаю. Так вы, ребята, я не ходил в школу, и времени на все не хватало, так что... И кем вы друг другу приходитесь? Он мой сводный брат? А, точно, совсем забыл, что такое бывает. Какое такое? Но он вроде как клёвый, клёвый парень с клёвой шапкой. У тебя появился клёвый брат, который живет в твоем доме. Пользуется твоей зубной щеткой, носит твою одежду, ест твою еду, воняет твоей душевой. Нет, это странно. В смысле, то, что у тебя внезапно появилась сестра, будто тебе купили щеночка, разве это не странно? Да, согласен. Но в том сведении я не считаю тебя щеночком. Нет, это, конечно, хорошо. Так, вы двое как познакомились? Ой, 100 лет назад, в Лизу из Куэра, в младшей школе. Мы были настолько мелкими, что, увидев ее в ванной, я даже не подумала, что это не постоянно. Тогда мы оба были как лысые бесформенные картофели. Мы... Бляха, я не успела! И даже сейчас мне кажется, что именно так она... Я не успела, пассажиры. Мы скоро прибываем, пожалуйста, проверьте свои места и близости. Видишь, что вы не часто... Откуда ты это знаешь? Да это запись, он постоянно ее крутит. Нам стоит фотографироваться. Зачем? Можно сперва сойдем на берег или хотя бы встретим остальных? Нет, нет, все звезды уже здесь, остальные лишь масок. Тебя зовут Джонас? Не Джона? Ага, Джонас. Как Джонас Солк? Да что-то библейское? Да? Или как-то твоим... Мне кажется, все именно пошли из Библии, так что, наверное. Окей. Я... Все происходит слишком быстро, я не успеваю даже что-либо понять! Вот, отлично, насчет прощения не волнуйся, фотошоп все сотрет. Окей. Эй, Алекс, ты же взяла радио? Конечно. Отлично, может достать его? Shift, хорошо. Вот он, красавец. Это наша подруга, она зачем ведущая, так что... Я же подходил... В общем, не суть, важно то, что она скажет. Ну, про нашу фишку, так что... АД 101.5 FM. АД радио релакс. АД тут радио релакс. Где 101.5 FM? 88.3. А шо, нема радио релакс? Наверное, потому что она просто не выходила из моей головы с самого утра. Но... А, да, кстати, уже 10 часов. А значит, мой дорогой друг Рэн со своими приятелями уже наверняка почают к острову Эдвардса. Чтобы устроить ежегодную тусу на пляже. Или как там ее называют. Так или иначе, я обещала, что поставлю песню ее группе, так что надеюсь, ты меня сейчас слушаешь, Рэн. Послушайте, как пишется рыжих сыкунов под названием «Писечка». О боже. That's Friday night, да!
awesome. А шо? Надеюсь, Кристина с её замашками и лицом члена шоу талантов не используется. Вы слишком много, вы слишком быстро и много говорите, товарищи, подождите. А тут нету, типа, субтитры, эффекты. Бляха, здесь нет, чтобы вы не медленнее говорили. Видимо, мы уже близко. Я на своё радио не ловит. Рад, что успел послушать передачу до того, как она закончилась. Если вы не сможете им воспользоваться, то зачем вы вообще его взяли? Послушать во время плавания? Не в этом дело. Сам все увидишь. Если слишком многого, но... Хотя нет. Я не стану обманывать. Тебе будет весело. Сам её увидишь. Товарищи, вы слишком много и быстро говорите. Ну, а вообще? Я в шоте. Я, ну, вообще я в шоте. Тут нема радіо релаксу. Тут нема радіо релаксу, я не розумію, що мені робити. Без радіо релаксу. Мальчики і дівчатки, чуєте свіжий воздух? Мальчики і дівчатки. Это вам не города. Кстати, кто-нибудь хочет курить? У меня полная пачка. Вау. Нет, спасибо. Ну, я просто только что про свежий воздух загонял, так что... Алекс, возьми у меня, если у тебя голяк. Мы курим? Не знаю, куришь ли ты? Да, конечно. Я не знаю, ты с каких пот ты куришь. Я пытаюсь быть вежливой. Ты тоже учись этому. Ладно, главное помни, плевать надо в море. Окей. А шо, можно закурить реально? Бляха, а шо в смысле, а сколько нам лет? Наверное, нам есть 18, да? Кашляет. Но в целом, курить плохо. Ты как? Слегка улетела. Слегка улетела, подождите, в смысле слегка улетела? Это как, это куда? Так, мои дорогие друзья, должны ждать нас за... Вообще-то, я не хочу так снова взяться, но... Может, ненадолго оставить нас, Алекс, наедине? Тут, блин, что-то случилось? В чем дело? Да ничего не случилось, все в порядке, мне просто нужна парочка минут. Ладно, но, послушайте, я не хочу туда идти один. Может, не будем развеяться, а для разговоров у нас вся ночь впереди. Но раз уж ты все равно встречаешься с друзьями... Бляха, ну я выслушаю, Джон, все нормально, Рен. Ты пока иди, мы тебя догоним. Окей, I guess. Так, что мы остались, Вейма. Что ж... Бляха, я вот... Вот, отвлеклась! Я поднимусь на холм, если вдруг понадоблюсь. Отвлеклась на чат и все, пропустила часть диалогов. Ужас! Он довольно забавный. Твоя правда. Напоминает мне память на родном городе. Рен и мухи не отбеют. Он и правда хороший. Я просто хотел заранее сказать, что ты очень адекватно отнеслась к этому всему и... Просто я впервые куда-то переезжаю, да еще и к новой семье. Чувствую себя не в своей тарелке. Кажется, тут должно быть написано «разминаемся». Продолжай, чел. Я случайно. И, кстати, спасибо, что счистили мне чердак. Там круто, он прям как мини-спальня. Раньше моя комната была в подвале, так что это приятная смена обстановки. Мы не... Бляха! Не туда! Мне специально тебя его расчистили. О, блин. Ты была в каком-то Майкла, да? Блин, прости. Кто такой Майкл? Что происходит? Я ничего не понимаю. Давай сменим тему. Конечно. Я слышал, ты был в тюрьме. Он был... У нас брат сидел. Сидел в тюрьме. Ну, не верь всему, что слышишь. Давай догоним Рен. Я не хотел заниматься... По-моему, я что-то... Я неправильные диалоги выбрал, мне кажется. Херовые диалоги, конечно. Что-то съезд. А куда идти? Куда? В какую? Вверх, вниз? Ну, вниз, наверное, не надо. Вниз, наверное, это только утонуть. Не, ну, слушайте, музыка хорошая. Я забыла, что она тут стоит. Это памятник какой-то затонувшей подлодки. То остается на той игре лодки, ну... Какая же там была волна? 2.3? Ну да. Я хотела посмотреть. Да, конечно. Кажется, там была станция 102.3. А, ты намекаешь, чтобы я послушала тебе 102.3? А шо? Якщо нема 101.5 FM, то це не цікаво. Названо в честь
Канонского бога. Военная подлодка США Канола была выпущена в 15... издана в эксплуатацию в конце того же года под командованием лейтенанта Джонса. Бляха! Да тут я... Да блин! Почему такие быстрые диалоги и так мало выбора? Я, конечно, understandable English, да, слушаю, но... Надо же как бы, ну это надо прочитать, это надо... Привет, детишки. Остальные ребята и девчата, видимо, расположились дальше, так что давайте посмотрим. Краткое описание острова Эдвардса. Это ловушка для туристов с магазинами и пляжами. Здесь никто не живет, кроме старой корги по имени Миссис Адлер. Но бог не свидетель, больше ни слова по старику. Мы здесь для того, чтобы продолжить традицию, значит, что еще в 50-х скучаешь с теми новобранцами, которые приплыли сюда из провежных городов, а именно напиваться и дурачиться. Как она тут два? Подожди, как это вообще? Разве безопасность на военных объектах не превыше всего? Ну, видимо, желание подшевелить супочек все-таки сильнее. Америка, что тут сказать? Подведем итоги. Нам нельзя находиться здесь ночью, город закрыт, ну а мы, младший класс старшей школы Камина, совершаем неправомерные действия. На острове есть еще одна фишка. Странные пещеры. Странные пещеры. Гляж прямо за граждением. Кажется, Джерри говорил, может, как он почему-то опять, но я что-то подзабыл. Не думаю, что это так уж сложно. Да уж сообразим. Да, мы должны сообразить, если уж Джей догадался. А что не так Джей? Ага, именно. Подведем итоги. Нам не... Да, совершенно не понимаем, где остров. Да, окей. Это было. Да, не понимаю. Но вот есть еще одна фишка. Странная пещера. Вот, про них попадаем. Странные пещеры. Алекс принял... Я случайно. Алекс принесла свое радио, потому что если подойти к этой... Эта штука напоминает про карту этой пещеры, то можно подойти к субстанции, которая в природе не существует. Можно услышать голоса или же просто звуки. Это звучит... Почему так прикольно? Это жестковато как-то, по крайней мере, мне так кажется. Я один раз слышал. Так круто, когда все получается. Секундочку, а что за миссис Адлер? Мне кажется, ее семья делала и владеет частью острова, по крайней мере, она пожила на одном месте 70 лет. Она что-то типа... Не могу представить, каково это жить в одном месте, пялись на одни и те же стены столько лет. Ну, можно просто быть таким человеком. И, кстати говоря, о противоположности таких людей, барабанную дробь, пожалуйста. Джон, знаешь, а мне тут птичка нашептала, что наша дорогая Алекс опять спускает в колледж в другом штате. И ладно, и что с того? Вот реально. Не знаю, а что если так? Пожалуй, ничего. Просто если ты думаешь о том, чтобы ехать, то он действительно по временной верной причине. Я даже не уверена, стоит ли. Не знаю, куда отправлюсь и вообще. Ладно, ладно, это все, что я хотел услышать. Благодарю. Какая тебе вообще разница? Ну, не знаю, может, потому что ты моя подруга? Я буду скучать по тебе, потому что, собственно, дружба и подразумевает скучать. Я скучаю только по... Я не знаю, что ты о чем-то сожалела, так что неважно, я бы тоже по тебе скучала. А, Рен, глупышка. Я бы тоже по тебе скучала, но пока никуда не собираюсь уезжать. Да и неизвестно, чем я заниматься буду, так что... Ладно, ладно. Условно котятки в бумажном пакетике. Ох, это еще что? Это выражение такое. Да нифига! Подождите, мне нужен перерыв. Ой, как же они быстро говорят, думают. Мне надо там смотреть, туда смотреть, там успевать, здесь подумать. Боже мой! Почему так быстро? Можно... Можно помедленней? Я записываю вообще-то. Все, погнали, короче. Вы идете, нет? Так, то есть это я так открываю карту. Ага. Мы типа должны встретить вот этих вот двоих. Мы сейчас здесь. Я вот здесь. Ух, ёлки-палки. Короче, погнали. Я понял. Я уже понял, что надо делать, короче. Думаю, мы сможем перелезть с помощью мусорного бака, если, конечно, ты не имел смысла. Ну, давай попробуем. И... Ага. Ага, есть, двигаем. Реально двигаем. Как же они быстро говорят и думают? Я в шоке.
утесом. Ну, давай, залезай. Мне нравится это совмещение 3D и 2D. Типа, Алекс и ее друзья, они 3D-шные такие, а все окружение, оно красивое, 2D-шное, мне нравится. Угу, 21.00, хорошо. Перед тем, как мы туда доберемся, мне, пожалуйста, скажи, что... Кто это? Вообще, есть такая девушка, Нона. В общем, она будет она, и я по ушам влюблена, хотела, чтобы вы все заняли так, что, ну, выйдешь без подков, хорошо? Расслабься. Эн, расслабься. О, и Джонс, раз уж мы теперь не разве вода, что ты там сказал Алекс? Do you have one of those vestigial tales or something? It was nothing, really. Не верю в голову, Бен. Реджинальд, я о тебя слышу. Привет, девчонки. Привет, я говорил, я хотел историю сказать, о чем она была? О машине Брэда? Ну, потом расскажу. Окей. Как вы... Все слишком быстро происходит, я в шоке. Я не могу даже мысли свои выразить. Привет. Мы там костер жили, но Нона хотела пляжную няньку поиграть. Вот мы и поиграли. Я бы хотела убедиться, что вы нас найдете, а то уже темнеет. Джонас, это кто ты? Джонас. Это Джонас. Он новенький в городе, свежий как иголочек, сводный брат Алекс. Сводный брат. Правда. Он классный. Из классной северной долины, так что давайте постараемся обеспечить ему хорошее времяпровождение. Уверен, что пляжа и пиво будет вполне достаточно. Стоп, ты Джонас, сводный брат. Ага, напомни, как тебя зовут? Это Клариса, но она... Как ты можешь быть ее сводной? Что это вообще значит? Моя мама вышла замуж за его отца и семейное право, все такое. То ж, видимо, от этого никуда не денешься, совсем никуда, так что где остальные? Николь занимается всем остальным. Клариса, мы приплыли на последнем пароме, я думала, что поедет больше народу, но... Боже мой, так значит, ты привез с собой только Алекса и сводного брата? Больше ты никого не... Да ладно? Клариса, я веселая, я клёвая, я крутая. Не порочь, не порочь, погодите, а вы разве не друзья? Мы с Ноной, мы подруги, а Рена, я теперь понижаю до статуса странного соседа. Мы с вами только познакомились. А что скажешь обо мне? А что ты? Ты меня даже в расчет не берешь. О, ясно, ты меня даже в расчет. Да. Видишь, Джонас, обычно у нас огромная туса, но Пэт на прошлых выходных устраивала печеньку, и около школы поймали кучу ребят. Но все обалденье, правда, ведь мы на острове Эдвардса. Будь про тех неудачников, которым эти выходные не под силу, кто считает, что мы не можем собраться, которые... Этим годами на мозг капает, теперь пошел наш счет. Типа я замечательно, так ведь? Ура! Круто, Тимечка! Ага! Ура! Я... Слишком быстро! Я... У меня столько мыслей сейчас скопится, что я потом буду просто останавливаться и говорить про каждую свою мысль. Типа, ну все, бляха. Я не думала, что все будет так быстро! Костер, великий уравнитель человечества. So, так, чем тут вообще можно заняться? Кроме поплавать на грешном моменте с хуей тандемной Джейсон Крюгер. Давайте исследовать округу. Нам стоит исследовать остров. Второго шанса у нас ведь не будет, нельзя упускать такой момент. Где живет та старушка? А, ты про Мэгги Этлер? Ага, нигде. What? Она умерла. Yep, что? Ага, скопытилась 3 дня назад. В этом у всех новостях говорили. Старейшина из ныне живущих. Печально как-то. Ну, мы все когда-нибудь умрем. Все случится поздно, а не рано. А насчет твоего вопроса, чтобы заняться, Джонас, просто лично бегу и пить до потери памяти. Не, это, конечно, печально, что старушка умерла. Это, ну, прям печалька. Вообще! Вот если честно, вот давай, вот сейчас я остановила, я так, это такая, можно сказать, пауза, для, перевести дыхание, потому что я в шоке с того, как это все происходит быстро. А, суть-то в чем, блин, реально, Клариса какая-то она странная, она нас тоже не считает за человека, видимо, она не считает нас за человека, это печально, это прискорбно, мне она не нравится. Вот чё она такая? Чё она с нами такая грубая?
Ну, типа, это не круто, это не весело, это не классно. Мені це не подобається. І я все ще жалею, що нет 101.5 FM, Радіо Релакс. Де моя Радіо Релакс, йолопи? Так вот. Ой, блин, слишком быстро, все слишком быстро, я не ожидала. И сыграть пару раз пару леща. Yeah, да, давайте сыграем. Можем пройти посвящение Джонаса. А не правда их желание? Это лучше, чем правда их желание, потому что в этой игре никому в итоге не придется лезать через задницу. Ты задаешь вопрос, он скажет правду, если тебя поймают на лжи, то обвинитель должен убить тебе. Отличная игра, если хочешь кого-то узнать. Unless you lie a lot. Как можешь доказать, что кто-то соврал? Слухи, сплетни, догадки, как обычно. Ладно, давайте уже начнем. Ладно, сперва. Рен, ага. Давай, Карис, ты же знаешь, ты же хочешь замутить с Ноной. Ладно, это Клариса, знаешь, спроси меня лучше. Чё, Клариса реально сука какая-то. Клариса сука, чё она? Она точно знает, что мы хотим... Точнее, не мы, а наш дружочек Рен хочет замутить с вот этой вот Ноной. И такая, типа, ты тоже хочешь с ней замутить, колись. И он такой говорил вам, типа, она мне нравится, но я не знаю, типа, как сказать, вот. Надо вести себя круто, сюда Коэн переживал. И тут вот эта сука рыжая такая говорит, а ты точно в неё влюблён? Колись при всех, чтоб тебе было стыдно. Я в шоке с нее. Она, сука, она мне не нравится. Ты слушай меня, о чем угодно. Ты получишь свое, когда Реджинальд ответит на вопрос. Слушай, трудно выразить, подумай. Хватит тормозить, я знаю, что ты хочешь собрать этот прекрасный сок, ты знаешь... Нет, в смысле, мне она как другу нравится, понимаешь? Вот, она мне нравится как друг. Вот и все. She's just a friend. Идем. Ладно, прекрасно, давайте уже продолжим. Ладно, сейчас очередь Рена, верно? Он сейчас должен кому-то задать вопрос. Алекс! Ой-ой. Ну, валяй. Давай же, я справлюсь. Женюсь, ты исклю, убью. Я, Нона и Клариса. Подожди! О-о-о-о, секундочку. Жениться, переспать, убить. Окей, давайте подумаем. Кларису точно убить. Но при этом, подождите, а если мы сделаем ход конем и скажем, что жениться на Кларисе? Ну, типа, если мы сделаем такой ход конем, и она будет такая, о боже, о нет, ладно, давай дружить. Скорее всего, так не будет, но, блин, вот представьте себе такой ход конем. Какие тут варианты? Я бы женилась на Кларисе, я бы вышла замуж за Рена. Ой, я, кстати, так могу делать, точно. Так, Нона, Клариса, Рен. Пу-пу-пу, давайте подумаем. Нона, если мы скажем Нона, Рен нам скажет, мол, слышь, ты чё, офигела? Если мы скажем Клариса, мы её поставим в шок. Если мы скажем Рен, то, скорее всего, это в шутку перерастёт, да? Но, в общем-то, это как план, знаете? Типа, сказать, что ты хочешь жениться на Кларисе, и потом такой, типа, о, а я вообще-то пошутил. Или еще что-то в этом роде, то есть, на самом деле, это звучит как план. Это звучит реально как план. Вот если так вдуматься. Ладно, давайте... Давайте реально скажем на Кларисе. По приколу. Я бы женился на Кларисе. Ладно, это ложь. Чего бы из тех людей тебе жениться именно на мне? Да ладно. Ха-ха, ты довольно высокая, чтобы тебя позлить? Ты смешная. Ага, интересно, интересно. Высокая, позлить, смешная. Высокая, позлить, смешная. Высокая, позлить, смешная. Блин, я не думала, что можно сказать почему. На самом деле, да, чтобы тебя позлить. Типа, реально, на самом деле, я бы... Ну, на самом деле, да, прикол в том, чтобы ее позлить, но... Подождите, надо, если ее очень сильно шокировать, мне кажется, то она будет потом такая, ладно, ты крутая, давай дружить. Поэтому... Давайте такая смешная, типа, почему нет? О, ну как я могу последний же день наслаждаться твоим остроумием? Ой, ну ладно, какая разница? Ладно, продолжай. Окей, следующий вопрос еще лучше предыдущего, подождите, я не ожидала.
Следующий вопрос лучше предыдущего. Я бы трахнула Нону, я бы трахнула Рена. Бляха. Фак. Щит. Окей, окей, стоп, машина, подождите. Ну так нельзя. Ну так нельзя. Ну так нельзя. Так нельзя, подождите. А если б я сказала, что я хочу выйти за Рена, вот это вот самое, вот это вот... Как её? Вот этой рыжей, короче. Но убить Нону? Неужели убить... Я... Я не знаю. А кого? А в смысле? Подождите, подождите. Чё-то это я как-то... Кого из них мне... Бляха. Бляха, ну давайте... Давайте, наверное, скажем, что мы хотим трахнуть... Бля, сложный выбор. Он как бы друг, а она как бы ему нравится, нашему другу. Вот это печально. Это сложный вариант. Ну-ка... Блин. Но не жениться же! Ой, блин, сложно. Ладно, давайте скажем. Ладно, давайте. Ну, она бы не только себе думала, в отличие от некоторых. Эй, на меня можно положиться. Слово скаута. Боже, как все плохо стало. Погоди, значит, ты бы убила меня? Из тех присутствующих? Я тут... прости, я не специально, клянусь. Я тут не слепай, уже не наюсь еще. Я в слезы, я в слюне. Сука. Бляха, бля, так себе что со всего этого. Я не могу. Я не знала, как что выбрать. Надо было, наверное, его... Ну, бляха. Это нечестно. А брат-то все равно свободный, это не считается. Ладно, успокойся. Теперь очередь Алекс. Ladies choice. Ага, да, он выбирает. Алекс должен решить, кому же дать... Oh, great, here we go. What's your favorite stuffed animal? Бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Мне так нравится, что некоторые диалоги, некоторые штуки подсвечиваются. Может, это что-то значило, я не знаю. Давайте вот оно подсвечивается. Нова. Нона. Да. Тебе... Смотрите. Или, может, это визуальный эффект? Неужели так тут... Я не успела! Я не успела! Если ты даже говорить не можешь, то пропускаешь ход. Но... Я не успела! Клариса, если бы ты набила себе тату, то какое? Может... нечто зающее. Что бы ты просила, когда татуировщик стал тебе свать двух псов, пожирающих голову младенцу? О, боже. Мне бы хотел маленький амперсант на визуальном пальце. Что такое амперсант? Подождите, а что такое амперсант? Она сказала маленький амперсант на пальце. Что такое амперсант? Амперсант. Сейчас загуглим. Амперсант это... Голограмма, заменяющая союз И, возник как... Лигатура, буквосочетание. Короче, вот это вот буковка G, знаете, вот это вот кругленькая буковка G, похожая на восьмерочку. Короче, вот это вот... Чё, как амперсант? Бляха, кто такие умные слова придумал? Я в афиге. Всё-таки сделаю... Круто. Очередь Кларисы. Алекс, ты обзавелась братом. Это довольно захватывающе. Уверен, Джонас даже не хотя слово захватывающе тут не совсем подходит, когда он потрясён этим самым малость. Растеян. Довольно комплекс. Чего ты клонишь, Клариса? Я всего лишь изучаю то, о чем Джонас наверняка уже думал. Статистика показывает, что если ты разводишься один раз, то, скорее всего, разведёшься и второй. А твоя мать развелась твоим отцом, так что херовая статистика. Статистика — херня. Я много людей, которые развелись один раз и второй раз не разводились. Ну, типа, статистика — херня. Статистика вообще херня, вот честно. Это херовая статистика, на нее лучше никогда не обращать внимания. Обращать внимание только на
себя и то, как вы чувствуете себя с вашим партнером. И вот тогда вы будете говорить, типа... Да, короче, статистика херня, я отвечаю. Давайте не будем томить его и сказал, что шум, почему. Ты о чём? Какое это имеет отношение к делу? Почему твои родители развелись? Пусть он узнает это от тебя. Правда. Ты знаешь почему? Майкл умер. Это всё разрушило, они не вынесли его потери. Конец. Ну, теперь ты знаешь, Джонас. Не умирай, всё будет хорошо. Она сука! Она тварь! Она сука! Мне она не нравится. Я ее не уважаю. Я к ней со всем презрением отношусь. Она мне не нравится. Она мне не нравится. Мне она не нравится. Она вообще тварь какая-то. Я реально вам говорю, она мне вообще не нравится. Ну, реально тварь. Ну, тварь же, ну! Такое вот это вот, вот все я не уважаю. Она от меня уважение, знак качества я ей не ставлю, все. Okay, ладно, Клариса. Что? Знаете, народ, я, пожалуй, готов подписаться на что угодно, кроме этой игры. Погодите, правда, не так уж и... Игра окончена, Рен, я победила. И дабы отпраздновать это, посижу-ка я на пляже, выпью. И, быть может, если мне совсем не снесет крышу, даже, может, нам стоит... Да что с тобой, боже мой, Клариса, да что с тобой такое? Просто скажи уже, что мы, что я тебе сделала, что ты ведешь себя так, будто я стащила кусок торта, прямо у тебя из-под носа. Ничего, Алекс, ты ничего не сделала. Сэр, если вы, ребята, охотитесь за сокровищами, да, вводя хава, найдете что-нибудь тем интересным, медленно умирающим из-под звезды, дайте знать. Супер. Супер. Ага, сразу позовем тебя, если наткнемся на островитянских бигфутов. Именно, островитянских бигфутов. Ладно, я собираюсь задать шару, посмотрев пещеры. Ну, ладно, ты как? Я бы пошла, но у меня цепкая хватка. Ладно. Джонас, ты рослый юнш. Помоги мне перелезть через забор. Пещера вон там. А я потом просто возьму-то перепрыгну. Ну, как я сказал, ты рослый юноша. Okay, come on. Ну ладно, пошли. Where are you from again? Куда ты родом? Из небольшого города Северной Долины. Да, и как там? If you like bars on the windows. Короче, она сука. Алекс, you wanna check out the caves? Ты пойдешь или? А, пошли. Погнали. Yeah, come on. Пошла нахер. Я забыл, что мы так не договорили о Джоне. Так, пещера, что думаешь? Пушка, это на 10, насколько странная она будет? 10. Это же Рен, так что сразу на 10. Его легко привлечь, но внимание у него столь же поиска, сколько у золотой рыбки. А то, что сейчас он не отвлекается, уже что-то значит. Ну ладно. Эй, Криса seems to be her normal annoying self. Это как обычно всех бесит, но... Что с ней не так? Я не знаю, у этой дамы словно месячные никогда не кончаются. Ура, пригода на пятую точку. Да, пригода на пятую точку нашу. Рен, я все еще здесь! О, Костя, отлично заметила, что ты девушка. И спасибо за то, что не устроил меня идиотом перед Ноной. Здесь я не думал, что ты поступишь, но возможно была, так что спасибо. Ну, а теперь мне можно выписать чек. Надо еще раз точку. Чё бы оно ни стоило. Ну что, кто готов к отвалу башки? Погодите-ка, чуть не забыл. Надо сгонять в волшебный пряничный городок. Он больше похож на кексики. А не волшебный? Что это значит? Значит, что они имеют определенные особенности. Ты, главное, не переедай. Too much. No promises. Ничего не обещаю. Вкусняшка. Delicious. А мне можно? Okay, so see these little piles of rocks. Так, видите, там маленькая стопка камней. Ребята, которые приезжали до нас, служили, чтобы знать, где нужно оставить сигнал. Да, в общем-то, тебе нужно стать где-то тут и погрузить шкалу влево и вправо, пока мы не услышим что-нибудь странное. О! Если бы я поднимала морзянку,
Я морозенку не понимаю. Ну-ка, давайте сначала в самый конец. И оттуда уже будем плясать. Тут морзянка какая-то. Так, так. Ига. Что, не слышите? Не, нет. Так, так, так. О! Вот, вот, вот. Так. 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 Ага. А, то есть самое странное все-таки вот здесь. Оно здесь прям аж красным светится. Так, тихо. Вот на 98-й охренеть какие. Тут морзянка, я морзянку не понимаю, а вы? Ну, наверное, это не то, что мы ищем, да? От меня ничего не говорят. О! О-о-о! Пошел процесс! Ни хрена себе! Ого, а это круче, чем я думал. Что это было? Что мы делаем? Может, радио успевает работать на диазонда или что-то в этом роде? Эй, бред какой-то. Тогда не знаю, это просто безумие какое-то. Если подходить, то оно еще и изменится. Наверное, по идее, вот тут. Иди сюда, попробуй. Так. Ага, покрутим, покрутим. Осторожненько. На 98-м всегда. О-о-о-о! Это так клёво! Я знаю! Крис и Нолан должны это увидеть, да? Я, конечно, понимаю, что между вами какая-то фигня творится, но... Им и так хорошо. Ладно, что за тёрки у вас в Крисе? Она встречалась с моим братом, она монстром... Она встречалась с моим братом... Кит пару секунд встречалась с Майклом около 3 лет назад. Она встречалась несколько месяцев, 1.5 года назад. Она меня ненавидит, ей никогда не нравилась, даже тогда. Для нее всегда была младшей сестрой, мимо которой она прокрадывалась, залезая в дом через окно. Просто Крис такой человек, пока она на кого-то не наорет, не будет чувствовать себя лучше. А Кикс начинает действовать. Я тебе разумные вещи говорю? Ты в порядке? Думаю, да. Еще одно классное местечко должно быть вот тут. Хорошо. Так. Так, 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 так. Хорошо, назад пойдем. Давай, 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 давай. Опять морзянка. И... О, 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 о. Боже, это звучит так... Да, это звучит... Дьявольски. Не хотел сказать нет, но да, похоже. Погоди, что это было? Здесь надо пройти, да? Звучит глупо, но там как будто что-то есть. Я тоже вижу. Я уверен, что там есть, ну, вроде старинных пещерных летучих мышей или маньяков по реке для манекена. Или вообще похоже на бассейн, причем с родниковой водой. Надо бы проверить. Ну, пошли, cool, если там вода, нам повезло, господа. Простите, рифма случайно вышла. Вода, господа. Fortune favors the bold. Да не, скуй, тот не пьет шампанское. Подожди меня! Jonas! Well, I am going to just rest again. Ну, а я пока тут, потому что, кажется, немного переборщил с волшебством. Ясно, он кексики с наркотой, я поняла. Очень вкусные кексы с наркотиками, я понял. Клариса, сука! Это факт! Вы меня не переубедите. Клариса, сучка. 22.00.
Время играет важную роль, я так понимаю. Так. Джонас! Джонас! Наконец-то они молчат! И я могу нормально поговорить со всеми вами. Ой, какая замечательная. На самом деле, игра мне нравится игра. Мне ее посоветовали уже давно. И я раньше не могла ее пройти, потому что ноутбук был чуть-чуть послабее, чем сейчас. А сейчас могу. И даже показать ее вам. Кстати, я когда-то давно, точнее, не так давно, смотрела видео с загадкой Oxenfree. Типа, вы знаете про... сейчас, как это сказать? Скажите, я скажу. Как их называют? AGR, типа, игры в реальном времени, когда, короче, разработчики оставляют какую-то подсказку в игре. Вы находите эту подсказку в реальной жизни. Там, например, в вашем городе, в игре кто-то, там, разработчик или кто-то из реальных людей сказал, что, мол, в этом-то месте, в вашем городе что-то спрятано. Вы приходите туда, вы это находите, вы находите еще одну подсказку. Короче, вы поняли, типа, игра реальная, в реальном мире, где ты реально что-то сам хочешь, сам ищешь. И с Oxenfree была такая же ситуация. Разработчики оставили подсказки, в ходе которых несколько игроков нашли указанное место. И скажите, я вам скажу. И нашли какие-то важные штучки. Вроде. Типа, какие-то монетки? Я не помню. И знаете, что самое интересное? Среди них была девушка, которую зовут... Алекс! Ну, типа, просто... Там реально, там очень классно сделали разработчики, что можно было походить, поискать... Джонас, это не смешно. Jonas, seriously, where are you? Где же ты? Можно было реально походить по миру, ну, условно говоря, походить по миру, да, и найти то, что спрятали разработчики, найти особый став. По-моему, разработчики там оставили, типа, письмецо, мол... не забирайте все, потому что оставьте другим, кто это найдет когда-либо. И, возможно, если найти это место, и там все еще что-то может быть, но вряд ли. Потому что мы знаем, какие люди твои на самом деле, и, скорее всего, уже не все. Зачем кого-то принести сюда пепельницу или ручку? И, скорее всего, там уже ничего нет. Но это прикольно, AGR. Мне нравится AGR. Я бы сама хотела когда-нибудь создать такое, типа, ну, игра в реальном времени, или поучаствовать. Бублин хвост, волка с глазами и Джонас. Sure, ага, понятно. О, а вот и Джонас. Ты что, меня не слышал? Господи, ты меня напугал. Это я тебя напугал, это ты меня напугал. Типа, я тебя не имела, где ты? Прости, я убежал. Мне показалось, что ты что-то слышал, но как видишь, тут никого нет. Но это место, я даже не знаю, как это возможно. Здесь красиво. Да нет, это правда красиво. Слышишь, именно этот звук? Похоже на человека, вроде того, да? Может, здесь кто-то есть? Может, правда, человек не сдумался? Какой-нибудь остававшийся здесь псих, который сейчас вылезет и выпотрошит нас, чтобы сожрать? Ну где он тогда? Какой из этих крошечных отдушин он зимует? Тут был свет. Я бы хотел узнать, откуда он появился. Давай попробуем его найти, а потом уже пойдем. Ну давай, слушайте! А слушай, я запался сюда, нужно извлечь из этого максимум выгоды. Да, это кажется круто совсем. Позовем остальных, а если нет, пойдем отсюда. Если это круто, позовем остальных, если нет, то мы отсюда пойдем. Ясно? Ну, логично в целом. Из чего это сделано? Из льда? Не знаю. Местами холодно, не везде. Что? Что это? Ты видела этот парящий, светящийся треугольник? Да, кажется. Ну, ведь это радуга. Или появление света? Бывает. Думаю, ты прав. В пещере там треугольная радуга.
Sure, why not? Let's ну, может, пока будем держаться этой версии. Думаю, это все связано с тем, что ты настроился на те странные сигналы вам. Что же я хотел сказать? Я им хочу сказать, что ты как-то настроился на эту штуку. Но это одно и то же. Круто. Да. Даже если так круто, теперь это я знаю, каково это поймать крупную форель. Вспыть радио, может, дело в какой-то частоте или типа того. Хорошая идея. Может, он начинает танцевать или дёргаться, если что. Так, вот. Let's do it. Come on. Делай это. Давай, radio настало time. Время радио. Я делаю, делаю. Тихо, тихо. По-моему, всё-таки... Alex, really, I wanna see what it's gonna do. Да подожди, я в процессе. Я в поисках. По-моему, вот здесь лучше. Тихо, я ищу, чел, я ищу. Не гони волну. О-о-о. Are you gonna make me beg? Oh my god. О, боже. Is this... Это... Are you... Это is this... ты... You? Это ты делаешь? Are you doing this? Кажется... I кажется... Think... Ага, я понял. Так, сюда. I can't even, like, я даже не могу... Ну, what? Что это? Знаю, знаю! Я не знаю. Так, вот сюда, сюда, в эту сторону. О! А, хорошо. Здесь? Да! Хорошо. Оу-хо-хоу! Джонас? Джонас? Привет, дорогуша. Передавай всем привет. Алло? Приветик. Вы не в банке, девочка? Все хорошо? Надеюсь, все как прежде. Не знаю, возможно ли уйти. Это безумие. Кто вы там такие? Слушай, хвост обрезан, куцый хвост, сонная девочка. Возможно, ли уйти? Да, конечно, возможно. Хвост обрезан, оставь детей, моей матери. Скоро увидимся. Алекс! Что происходит? О! Я случайно сюда пошла вообще. Опа. Ха. Ой, вот это интересно пошло. Пошло интересное. Это хорошо, мне нравится. Хорошо. Так, вот пошло интересное, мне очень нравится. Алекс. 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 Вот стрельной мир. Ага. Алекс? Алекс? Ты в порядке? You all right? Кажется, да. Не знаю. So. Боже. God. Пит, со мной все в порядке. You look ну, ты выглядишь живой. I guess. Это главное. Look, I'm just gonna cut to слушай, whatever. Я не вытяну кота за хвост, я понятия не имею, что там произошло, но она на вывеске сказала, что это странная башня, связи и не знаю, как ты, но я хочу забраться туда, связаться с кем-нибудь, не могу обломать веселье. По-моему, это даже увлекательно, нет? Увлекательно? Алекс, мы не... Чтобы назвать все это увлекательно, нужно сначала разобраться, что вообще происходит. Ты нас... Да, мы не знаем, что происходит, но как насчет... Как все странно, непонятно и волшебно, так что... Хочешь? Нет, не хочу. Сейчас я хочу одного. Взять, да свалить. И огромное спасибо, я не против стягивания штанов и подобных приколов, даже когда ситуация располагает, но если это какой-то жестокий розыгрыш, я совсем не в настроении.
Джонас, ты что, думаешь, я как-то каким-то образом нас сюда телепортировала? Если бы у меня была хоть одна десятая, так тех невидимых сил, что я бы... Может, ты на будущее запланировала? Просто скрести пальцы за то, чтобы в башне связи была рация или что-то подобное. А где все остальные? Рен? Клариса? Понятия не знаю, знают ли они вообще о том, что произошло. У нас как бы, как будто бы целый час не было, да? Куда иди? Она не умеет бегать, да? Ясно. Я вижу пещеру, но Рен и остальные куда-то исчезли. Как думаешь, что с ними? Их спугнули? Скорее всего, они услышали крики и смылись вместо того, чтобы побежать нам на помощь. Замечательно. Хотя я бы не сказал, возможно, они как раз таки и пошли вам на помощь, но типа... Они пошли искать кого-то, кто поможет. Они сбежали. Закрыто. Да, я попробую. Ну, пробуй. Она заперта, Джонас, не прикалываюсь. No, да, я знаю, просто дай мне минуту. Как там говорится, чему вас научит растраченная молодость? Так не говорится. Тебе помочь? Просто верзнее. Ладно, я в тебя поверю, чел. Если ничего нет, то ты мне должен пиво. Ну, разве что ты хочешь пойти по легкому пути. Видишь? Возьми с полочки пирожок. Ага, обращайся. Ладно. Так, а что, в смысле? Работает. Так. Теперь электричество должно быть отключено. Круто, только это забить. Я бы все равно кинул в забор палочку перед тем, как прыгать. Знаешь, на то, что невешенную способность щелкать переключателями, правда, можно обидеться. Предупреждение, не использовать на борту, небезопасный уровень радиации. You know, знаешь, обычно я нахожу такие вещи интересными. Kinda interesting, really. You know, знаешь, normally. Не надо мне подбадривать. Видно то, что затащило тебя на этот остров страха. Остров страха? Похоже, мы островом ошиблись. Ой. Ладно. Есть кто... на связи? Мотание. Глухо. Dead. Did you get anyone? Ты успел с кем-нибудь связаться? I think someone. Кажется, я кого-то слышал, но I don't не know. Знаю. О. Алло. Здесь телефон, а рядом с ним записка. Исходящие вызовы не делают. Для дальнейшей работы наберите дистанционный код. Когда там... Код, как я там понимаю, нету, да? Нифига. Ни хрена, короче, нет, ясно. А, тьфу, боже! Да я возьму. Башня связи? Алекс? Да, это я. Ох, ты ж супер-святой, слава вишну, я... Мы вошли в ту дыру и все такое. Мне это не мешает, что случилось, я очнулся минут 15 назад. Я видел свет, идущий из башни. О, вы знаете, что она названа в честь парня по имени Дик Тверден? Смеёшь. Рен, у вас тут ночка не совсем задалась, как бы. Что у тебя этот номер? Да тут код указан в списке, но не типа как нормальный телефон, за ним не уходит. Вообще, я где-то по станции, ближе к лесу. Да, все. Просто ужасно с тех пор, как вы зашли в пещеру. Рен, ты как? В смысле, физически? Потому что психологически, наверное... Ну, а по голосу разве не ясно? Понятно же, что нифига не в порядке. Вот вообще, понятно же? А, понятно же. Где тут, кажется, другая линия? Maybe it's like a night watchman or something. Или проверка like связи. Рен, кто звонит по другой линии? Подожди минутку, я проверю, кто это. Ладно, но давай быстрее, серьезно. Приветик. О, боже, Алекс, почему ты отвечаешь на... Тут написано, что это экстренная линия. Где ты сейчас? Клариса? Клариса?
И Джон с тобой. Я в башне, Клариса. Где ты? Я не знаю, где-то в форте Мюллера. Я не понимаю, как... Я не помню последний час. Я пытаюсь вызвать кого-нибудь, но в комнате с радио, которое... Тут сказано, что оно может связаться с городом, но я не представляю, как заставить его работать. Может, можете прийти сюда, мы во всем этом разберемся. Но все равно, если вы хотите остаться, я просто хочу убраться отсюда. Никто не хочет тут оставаться, Клариса, но ты же знаешь, что радио работает. Да, как еще бы я вам дозвонилась? Просто я не... Тут вроде как есть возможность переключиться к сети, но я не очень во всем этом разбираюсь. Форт Милнер не очень-то маленький, ты знаешь, где... И все пропало, леди и джентльмены. Может, он все еще на связи? Да уж, это было бы слишком просто. Капках. Значит, сначала хочешь зайти до порта, узнать, что там со связью? Рен как был как... не таким, как обычно. Не знаю. Смотри, решать тебе. Можем махнуть через лес, подцепить Рена, а можем пойти к форту и проехать с Клариса. Так, подождите. Форт-лес. Как будто бы... Ну, бляха. В форте хотя бы какие-то есть знаки ориентира. В лесу... Ну, бля. Не, по сути, подождите. Мы можем как бы пройти вот так, действительно, по мосту и сюда. А можем пройти вот так и сюда. Ну, Клариса же не помрет. Такой персонаж, как эта Клариса, она как бы, ну... Она не умрет так быстро, она ж сука. Посмотрим. Ладно, мы идем к Рену. Рену мы нужны больше. Он убьет меня, если узнает, что сперва мы пошли к Кларисе. Звучит разумно. Да, вот, спасибо, Рена. Ладно. Знаете что? Давайте, наверное, на этом заканчивать. Игрушка мне уже нравится. То есть происходит какая-то хрень, и... Типа... Мне она реально нравится. Это вся вот эта загадочность, мистика. Плюс я вспоминаю эту историю про AGR, связанную с Oxenfree. И вот все это вместе у меня рисует прекрасный образ, прекрасные, интересные игры. И я надеюсь, что так и будет. Ладно, не забывайте подписываться на YouTube, на Twitch, все вот это вот. В сообществе на YouTube не забывайте ставить свои ответы. Потому что я там начинаю проводить опросы. Типа, какие игры вы хотите видеть дальше? Потому что мы закончили играть в Madfather, мы закончили играть в Beautiful Escape. И у нас все еще остается Amore, которое мы будем проходить, пока не пройдем, да? Like you know. Ну а в целом, в общем-то, всем спасибо за просмотр. Спасибо, что пришли. И да, не забывайте подписываться на YouTube и Twitch. Ну а с вами была Хэппи, и всем пока!